Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Чаще всего автоаварии по вине нетрезвых водителей происходят на дорогах Кировской области в субботу. Наиболее опасное время с 6 до 8 часов вечера, информирует госавтоинспекция. Всего за первую половину 2021 года в нашем регионе было зафиксировано почти 70 ДТП с участием нетрезвых шоферов. В них 11 человек погибли, почти 100 получили травмы. Из почти что 1900 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, 257 сделали это повторно. На них заведены уголовные дела. За решетку сроком до 2 лет отправились 49 граждан. Трасса 101. ОСАГО вот-вот может снова подорожать, якобы на 5%. Основная причина заключается в росте стоимости запчастей, а следовательно и сумм страховых выплат. По словам страховщиков, существенную роль сыграли ослабление курса рубля и увеличение затрат на транспортировку комплектующих. Нельзя сбрасывать со счетов и новую судебную практику, когда ремонт компенсируется без учета износа запчастей. Трасса 101. Совет Федерации выступил резко против идеи МВД об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам. В Верхней палате парламента полагают, что вожжи ослаблять нельзя. Более того, надо вернуть практику, когда инспекторы ДПС могли требовать у водителя предъявить талон ТО, сейчас диагностическая карта. Если ее нет, плати штраф 500 рублей. Трасса 101. Многие взрослые велосипедисты полагают, что при движении по тротуару пешеходы им обязаны уступать, ну или, по крайней мере, не создавать помех. Это ошибка. ГИБДД напоминает, что если велосипедисту исполнилось 14 лет, то в пределах пешеходной зоны его быть вообще не должно. Где ехать? Вдоль правого края проезжей части, заблаговременно предупреждая водителей транспортных средств о своих маневрах. И, разумеется, велосипед по зебре можно только переводить, иначе штраф 800 рублей. Трасса 101. Mercedes-Benz через пару месяцев собирается официально представить электрическую версию легендарного Гелендвагена. Да, ранее уже говорилось о создании зеленого G-класс, однако это делали австрийцы, а не немцы. По неподтвержденным данным, внедорожник получит два электромотора с суммарной мощностью 500 лошадиных сил, привод полный, запас хода около 500 километров. Одно плохо, экологичный гелик будет гораздо тяжелее своего собрата с двигателем внутреннего сгорания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.